если можно. Говорите. Сейчас Игнатий Тихонович зачитаю. Девора пишет. Задайте вопрос, пожалуйста. Я у пожилого человека работаю. Ей с утра плохо. Боли в груди. Вызвали врача. В течение дня ждите, сказали. Мне через полчаса выходить отсюда. Заканчиваю работу. Она запрещает дочери звонить. Она там на какой-то серьезной работе. Не беспокоить, говорит ее. А если я уйду, она одна останется. Инсульт или еще что-то. Как быть? Не могу голосом сказать. Она услышит. А она кто ему? Кто за ней ухаживал или как? Она работает у нее. Работают у нее? А кто ее может прогонять там? Дочь? Ее не прогоняют. Ей плохо стало. Она вызвала скорую, а скорая не едет. Это работодатель запретила дочери звонить, потому что у нее какая-то там серьезная работа, чтобы ей не мешать. Ну, она теперь думает, оставить ее или не оставить одну? Да, оставлять ее одну или не оставлять. И звонить дочери или не звонить. Позвонить обязательно. Обязательно позвонить, чтобы потом не было отговорок. Она сразу скажет, вот была, видела, плохо и не позвонила. А так я звонила, а ты не пришла. Тут налицо все. Помолиться, позвонить и все. А если скажет, я не могу, а ей плохо. Но если ничто ей там не грозит, то, конечно, остаться с ней. А там видно будет. Там на месте-то она легче увидит, но примерно контур такой. И за кем она ходит, там я не понял, кто она и почему так. Игнатий Тихонович, я у них работаю. Ну, а у них-то работаешь. Работаешь, так что работаешь-то? И работай. Ну, а вот если что-то случилось такое, ну... Необходимо позвонить. Я с утра зашла, она говорит, мне плохо, у меня в груди давит. Я говорю, дочери позвонила Елене, говорит, нет, ей нельзя звонить, у нее там серьезная работа. Сейчас врач придет. Я подумала, что врач придет, пока я здесь. Мне скоро уходить, а врача до сих пор нет. Я ее не могу одна оставить, она запрещает категорически звонить дочери. И я в растерянности. Ну, я говорю так, как по совести это надо было все сделать. Я сейчас позвоню тогда дочери. Благодарю. Ну, сама смотри, как. Там остаешься одна, то что в ночь? Нет, у нас еще 2 часа только. А, ну, тут отсюда я не могу это сказать. Но я бы поступил только так. Сначала позвонил, а если никакой помощи нет, то она одна, остаться. Ну, и если можно, без скорой помощи обойтись. А если нельзя, то вызвать. Зря-то не надо. Они приезжают, что, человеку удали, уснул. Уснул и не проснулся. А потом человек всю жизнь кается. Хорошо, тогда я сейчас опишу дочери. Благодарю, знаете. Аллилуйя. С Богом. Так, слушаю, кто есть еще? У нас снег идет сейчас, маленький. Никого нет, я отхожу тогда.